привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment.by. Я сейчас нахожусь в аэропорту города Воронежа. Еще раз я поблагодарю компанию Ferrum за то, что меня пригласили на данное мероприятие, за то, что открыли двери, за то, что ничего не скрывали, все показали как есть, показали, с какими материалами работают, показали, с каким металлом работают, складские запасы. Я все увидел своими глазами. Это тот опыт, который я получил, потому что я говорю, я по-другому посмотрел на производство, я по-другому начал воспринимать производство дымоходов, потому что я знаю, как у нас в Беларуси производятся дымоходы, здесь объемы просто колоссальные по переработке металла, по количеству рабочего персонала. Там, рабочий персонал вообще относится просто фантастически. Каждые 10 минут перерыв, то есть каждый час там 10 минут человек отдыхает. То есть, все доводится до автоматизма. Везде, практически на всех этапах, минимально ручного труда. Это просто колоссально. Столовая есть. То есть обед, официальный обед, люди идут в столовую, кушают, не думая о том, какую собойку с собой взять. Зарплата официальная, белая. Я когда ехал на это предприятие, я немножко по-другому на все это смотрел. Потому что, ну, они есть, Ferrum, Крафт и Крафт. Ну, производитель, который производит там, дымоход более дешевый, дымоход более дорогой. Все. Да, видел я эту продукцию, да, смотрел эту продукцию, но когда я приехал сюда, я реально скажу так, они скромничают, они будут развиваться. Это компания, я думаю, в которой в ближайшее время будет ряд изменений. Меня и пригласили сюда, чтобы обменяться опытом, потому что откуда производственник может знать там про детали, про сборки элементов. Это все вопросы должны идти от монтажников, но в данном случае они шли от меня, потому что у меня есть опыт, с которым я готов делиться, не проблема. Потому что, еще раз говорю, я за развитие рынка, за развитие дымоходов из нержавеющей стали. И к организации труда отдельное вообще у них уделяется отношение. Все чистенько, аккуратненько. Все рабочие одеты, обуты, проходные, пропускные. Все как положено. Это такое, реально по этому предприятию можно снимать отдельные ролики по организации труда. Но и то они говорят, что это не все. Мы развиваемся постоянно. Они ушли полностью от пластика. Представляете, от пластика уходит в 2019 году, то есть у нас в складских запасах то, что у них было, остается, а переходит на картон. Это, они двигаются со временем, ногу со временем, и ну, тут, это, кажется, мелочь, да? Ну, перейти с пластика на картон. Но для кого-то мелочь, для кого-то это определяющий фактор для покупки дымохода, потому что кто-то борется за экологию, и он специально не будет покупать пластиковый пакет, да, он купит, потому что оно в картонной упаковке. Это детали. С деталей складывается мнение предприятия о конечном продукте. Когда делишься опытом, когда готовы услышать, да, не знаю, как для себя они что вынесли, но я для себя сделал огромные просто выводы. Все, на этом я буду свое видео заканчивать. А дымоходы, конечно, покупайте проверенные. Конечно, никакой 430-05 речи не может идти. Все, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов, Comment.by. Пока.